Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Я вам хочу показать сейчас, какую я делаю рыбную мешаночку для своих курочек. Вот я насыпала 4-литровые кружки отрубей пшеничных и ржаных. Сюда добавила молотую пшеницу и кукурузу. Потерла головку лука для того, чтобы у курочек не было паразитов. Хлебушки остатки покрошила, но они их сами раскрошат. Немножко так вот им подкрошу, а там они разберутся сами. Интересно за ними наблюдать, когда они схватят хлебушек и гоняются друг за другом. А вот сварила я им макароны с рыбой. Рыбка здесь у меня путасу. Полностью я просто ее помыла, не чистила, ничего не делала, вместе с кишками, с мозгами, со всем на свете. Все это переварится и все это пойдет курочкам хорошо. Вот она, только я сняла ее с плиты, она еще горячая, кипяченая. Я на минуту поставлю камеру, у меня нету, снимать некому, поэтому одной очень неудобно. Вот я вылила рыбу с макаронами. Она очень горячая. Кипяток. Вот даже идет, видите, пар. Хорошо я вымоющую ложечкой. Всю рыбку эту перетру. Когда она у меня остынет, я руками повыберу большие кости. Вот. Рыбу с макаронами я варила. Бульон, естественно, я посолила, потому что птице тоже нужна соль. И еще вот что я хочу добавить своим курочкам, чтобы не было паразитов. Зеленого лука в данный момент нету на огороде, поэтому я добавляю репчатый лук. Но одного лука это недостаточно. Как мы все знаем, что паразита убивает острый красный перец. И совсем немножечко мы курочкам своим добавим. Чуть-чуть. Это им не повредит. Это им принесет пользу. Так как красный перец, как лук и чеснок, он создает неблагоприятные условия для жизни паразитов в организме у наших любимых курочек. И курочкам, как и людям, тоже хочется и кисленького, и остренького, и солененького. Они тоже любят. Вот такую я сделала мешаночку. Сейчас, когда остынет, я хорошо руками это вымешаю, переберу косточки и пойдем кормить курочек. Я дальше продолжу видео, когда будем кормить курочек. Ну вот я принесла мешанку, рыбную мешаночку для своих курочек. Посмотрите, с какой они жадностью накинулись. Это не потому, что они голодные. У них вон зерна, вон, полно, вот. А так как им нужна сейчас мороз, на улице минус 20, они замерзли, минус 6, теплая мешаночка, они с удовольствием ее кушают, не умещаются. Придется, чтобы у них не создавалась очередь, мне немножко достать и кинуть другим. Нате, пипки, курочки, ешьте. Нате, мои девочки, ешьте, чтобы всем... Нате, ешьте. Вот. Кинула я всем. Ничего страшного. С пола подберут. Это ничего страшного нету. Зато всем достанется. А Петя, как всегда, у меня умница. Вон он,
пока не поедят мои курочки, он не подойдет кушать. Настолько он любит их. Я хорошо вымешала ее. Честно говоря, кости я и не убрала. Потому что они сварились хорошо, попереломались. Я думаю, вреда они не принесут курочкам, потому что если они стекла глотают, с ними ничего не случается, то уж и с этим тоже ничего не случится. Что я еще, повторю, сюда добавляла? Добавляла я сюда отруби пшеничные ржаные. Постоянно забываю, что это называется отруби. Пшеничные ржаные. Молотый горох, кукуруза. Теперь луковицу целую прямо с шелухой им потерла. Посыпала красным горьким перчиком. Это все от паразитов, от глистов. Потому что сейчас зеленого лука нету. Добавляю чеснок. Сегодня не добавляла, потому что чеснок кончился. Нужно ехать покупать специально для курочек. Они уже свой весь съели. Ну вот, мои курочки. Рыба путасу, самая дешевая у нас в Брянске. Вместе с макаронами он за милую щуку купит. Молодцы. Яйца перестали клевать. Поставила им то же самое гнездо, какое и было. Даже если и не в гнезде снесется курочка, яйца не трогаются. Кальция не хватало. Даю по-прежнему им еще витамины, аскорбиночку. Ну а потом начну давать витамины D, чтобы лучше усваивался кальций. Вот и все, что я вам хотела рассказать. До свидания. Спасибо, кто меня смотрел.